Ну, подбрасывает ее мимо Ярославля Хачева, Польковский, Грошев. Короткую передачу Максим Грошев выполняет. По праву флангу идет атака. Галимов на ближнюю бросок. Максим Грошев! 2-1. СКА выходит вперед. Четвертый гол Максима Грошева в этом сезоне. Вот здесь, смотрите, по большой дуге уходит от канарей. Увез за собой также и защитника Амура. Олегин начал перемещаться к дальней штанге. Вот здесь уже на щитках. Оп, к дальней переместился, а вот в обратную сторону уже не успел. Максим Грошев. 2-1. Теми немногими шансами, которые выпадают Максиму Грошеву в этом сезоне, он пользуется. У него не так много игрового времени. В среднем он получает менее 11 минут за матч.